Всем привет! Наконец-то добрались мы до лошадей, и наконец-то мы сможем прокачать повозку на 53 уровень. Ну, потом такие уже небольшие, видите, различия было 7100, стало 7300. Что мы можем себе позволить прокачать? Атаку. Плюс 3,6% затраченных жетонов тратим, и замечательно, у нас становится 56. В принципе, по-хорошему бы оставить, потому что я когда 5000 подберу, мне атаку было бы на что бы прокачать, это было бы замечательно. Характеристики вот эти мы пока не трогаем. Слишком дорогой этот двигатель, поэтому мы пока качаем здоровье, защита. Я вот думаю, сейчас мы здоровье потратим, сейчас 30 тысяч, и все остальное ставим на следующую атаку. Когда уже на следующую атаку накопим, то есть, соответственно, 54 уровень повозки, прокачаем атаку и что-нибудь из защиты и здоровья. Поэтому сейчас мы могли бы, допустим, прокачать защиту, но при этом при всем мы потратим вообще все монетки. Либо здоровье. И мы потратим 33 тысячи монетки. Что вот по-вашему выгоднее? Тут 3,6% и тут 3,6%. То есть разница по сути никакой. По сути никакой. Так что, наверное, давайте будем приподнимать здоровье. Давай. Так, токен на металлолом тратим. И вот такая вот у нас теперь повозка 15 миллионов 717 тысяч. Очень медленно качаем повозку.